Снег, метель, туман и гололед ожидают североказахстанцев 4 и 5 февраля. Поэтому тем, кто уже прибрал лопаты подальше, придется снова их достать. Осадки в виде снега спокойно спать не дадут и коммунальным службам, которые едва успели очистить город. А тем, кто планирует пешие прогулки, лучше утеплиться. Ветер, несмотря на то, что он будет южным и юго-западным, достигнет порывов до 23-28 метров в секунду.